13-летняя жительница Красноярского края объявила об интересном положении. Даша решила извлечь пользу из своей популярности. Резонансная история произошла в городе Железногорск Красноярского края. Врачи обнаружили беременность у семиклассницы. Она назвала отцом ученика 4 класса. После этого Даша и ее юный гражданский муж побывали на ток-шоу. Теперь же девочка, которой 1 февраля исполнилось 14 лет, решила извлечь пользу от свалившейся на нее известности. Будущая мамочка завела страницы в соцсетях. На ее Инстаграм за 2 недели подписались около 70 тысяч человек. По словам Даши, беременность протекает нормально. Сейчас у нее около 11 недель. Если не считать этого шокирующего обстоятельства, в остальном она ведет жизнь обычного подростка, ходит в школу, слушает рэп, дурачится с друзьями, танцует, пилит селфи и видео. Даша пообещала публиковать на своей странице горячие новости о своем интересном положении. Предприимчивая девочка попросила отправлять коммерческие предложения в Директ. В попытке нагнать число подписчиков школьница пошла на уловку. Была на УЗИ, 10 недель и 3 дня. «Выложить фото ребеночка?» – спросила она у пользователей. Даша пообещала опубликовать снимок, если наберет вожделенное количество фолловеров и лайков. Девочка пожаловалась, что множество троллей заваливают ее сообщениями с подколами. Она заявила, что в этом потоке не всегда может отличить людей, которым действительно нужен совет. Будущая мама также отметила, что в сети появились ее фейковые страницы, на которых пытаются заработать мошенники. Семья девочки в курсе событий. Родители приняли решение не прерывать беременность. Одна из самых громких историй произошла с москвичкой Валей Исаевой, которая забеременела в 11 лет от 19-летнего парня. В Британии школьница пришла на выпускной с дочерью, которую родила в 13 лет.